19 человек, на сундук и перца, йо-хо-хо, и бутылка рома, и двенадцать человек, на сундук и перца, йо-хо-хо, и бутылка рома. Новый рейндж интересен тем, что он стал гораздо более молодежным. Если предыдущий, я бы так сказал, был адресован возрастной категории 50+, то есть, в общем, перед пенсией себя порадовать, как говорится, то эта машина все-таки лет так на 5, наверное, помолодела. И на современном Range Rover 2013 года могут уже ездить 40 с небольшим летние люди. Ну так вот, современный же Range Rover 2013 года, он стал как бы, он как бы помолодел. Он стал легче, больше чем на полтонны. У него стал гораздо более острый руль, и у него наконец-таки появились тормоза. Потому что даже Range Rover Sport, я уж молчу про классический Range Rover, в свое время остановить было достаточно сложно. И после цикла таких интенсивных торможений обычно тормоза перегревались, от машины валил дым. На этом автомобиле я пробовал тормозить с 200. Согласитесь, это достаточно безумная скорость, на которой редко ездят владельцы подобного класса автомобилей. Даже после серийных замедлений с такой высокой скоростью тормоза не плывут и ничего не дымится. Компасик твой вот упал примерно так же, как наш навигатор. Помимо того, что машина стала тормозить, за счет того, что она сильно похудела, она стала прекрасно разгоняться. Все-таки 500 лошадиных сил – это вам не шутки. Но при этом у Range Rover появилось очень забавное поведение, которое знакомо наверняка многим бывшим владельцам девяток. При разгоне тапка в пол машина начинает вот так вот просто вилять, ее приходится ловить. Это, видимо, сказываются какие-нибудь либо там, не знаю, привода разной длины, либо еще что-то, либо развесовка. Но на старом Range Rover такого я не наблюдал. А на новом появились вот эти вот паразитные гуляния. И особенно это заметно, если на дороге есть колейность. Потому что в колее машину на разгоне начинает болтать со страшной силой. При том, что если ты идешь просто на ровном газу, то она едет совершенно прекрасно. И к вопросу о плавности хода. Вот мы сейчас едем по грейдерной дороге. Ну, такие нормальные ямы. Замерзшие лужи, где-то остатки старого асфальта, положенного еще в рассвет строительства коммунизма. И машина едет достаточно мягко, но при всем при этом она едет гораздо жестче, чем предыдущий Range Rover. И многие люди, которые поездили на старой модели, считают то, что новая потеряла в комфорте. Ну, я, конечно, наверное, с ними соглашусь, но в моем понимании все-таки управляемость первично, а комфорт вторичен. Поэтому мне новый Range Rover нравится гораздо больше, чем старый.
его вытянули. Вытянули. Папа, вытянули. Да. Там на... А теперь пошли серебристые также. Лет так через 5 можно будет покупать трехлетку. Почему именно такая арифметика? Потому что Land Rover традиционно все детские болезни изучает на первых клиентах. И поэтому первые пару лет нельзя покупать новую модель. Потому что все косяки, которые в ней заложены, точнее говоря, которые не просчитали производители, они будут вылезать именно вот на первых партиях. Соответственно, те, кто купит машину сейчас, скорее всего, будут подопытными кроликами. Причем не просто кроликами, а очень богатыми кроликами. Потому что эта машина все-таки стоит там больше 5 миллионов с 500-сильным мотором. И согласитесь, в общем, за такие деньги быть вот таким вот, как это... Даже не знаю, как это сказать. Но, в общем, лабораторной крысы очень не хочется. Поэтому мы подождем. Ничего страшного. Тем более, что Land Rover автомобиль не устаревающий, а уж Range Rover тем более. Поэтому и он и через 5, и через 10 лет будет актуальным. Как бы это ни было удивительно, но Range Rover при всей своей безумной цене остается совершенно полноценным внедорожником. И вот с нами сейчас в группе едет 4-й Discovery и старенький Range Rover New. Современный Range Rover, мне кажется, ползет поувереннее. И ему очень сильно способствует хорошая геометрическая проходимость, потому что при полностью поднятой пневмоподвеске и очень хороших свесах, как передним, так и задним. Машина очень редко цепляется за грунт, и при всем при этом налицо эволюция системы Terrain Response. Потому что вот мы сейчас ползем в горку, здесь машина ловит постоянно диагональные вывешивания, но при всем при этом едет очень уверенно, четко, чинно и благородно. Чем, например, 4-й Discovery похвастаться как раз не может. Сейчас поедем домой на Defender. Да. Это классно. Конечно, классно. Да. На Defender всегда классно. На Range Rover это только вот всякие дедушки могут ездить. Да, дедушкам хорошо на Range Rover, потому что там ноги болят, руки болят, там как-то остеохондроз, всякие вот эти хондрозы перекатываются по позвоночнику, поэтому здесь есть специальный массажер. Вот можно так вот взять, надавить на кнопочку массаж, потом включить эту самую интенсивность, самую большую, и, соответственно, отлично так-то начать опять ехать по бездорожью, и все твои хондрозы плавно массируются сиденьем, и ты чувствуешь, как тебе становится хорошо. А потом мы сейчас с тобой приедем, и как молодые нормальные парни сядем в Defender и поедем, потому что Defender сделан специально. Это такая машина, которая за всю твою жизнь езды на Defender ты калечишь себя так, что тебе потом реально нужен Range Rover и сиденье с массажом. Потому что у тебя искривление позвоночника, у тебя всякие межпозвоночные диски выпрыгивают, появляются грыжи и так далее. Это все делает для нас Defender. Ну а потом, соответственно, годам к 40 уже пора пересаживаться на Discovery 4, а годам к 50 уже пора пересаживаться на Range Rover, потому что каждая это более мягкая машина, более комфортная и более берегущая твой позвоночник. А вот мы подъезжаем к прекрасному мосту, который сделан из железобетонных свай и не имеет никаких поручней. Поэтому слабонервным влево-вправо не смотреть.
Спасибо.